Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы вместе с нашим гостем, священником Павлом Островским, настоятелем Георгиевского храма Нахабино, Подмосковье. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Поговорим о пути к Богу, поговорим о жизненном кредо, поговорим о том, какие молодежные проекты сейчас делаются, и вообще поговорим о современной молодежи, какая она. Спасибо. Спасибо, была хорошая программа, до свидания. Вопрос номер один, как обычно. Первый наш традиционный вопрос. Отец Павел, когда, зная, что вы из священнической семьи, и это не сразу так может показаться понятным и ясным для людей, которые далеки от церкви, от Бога, когда впервые в вашей жизни вы осознали Бога? То есть не услышали о нем, а вот осознали его в своей жизни? Не знаю. Настолько не знаю, что даже не понимаю тех людей, которые помнят этот момент. Поэтому я радуюсь тому, что сейчас, когда я подъезжаю к храму, и он меня вызывает перед богослужением, он мне вызывает самые-самые теплые переживания. Вот. Я за это Богу очень благодарен. А когда это вот появилось, когда это вот стало именно вот заполнять нутро, сердце, как это замечательно сказал апостол Павел, уже не живу я, а живет во мне Христос. То есть тот момент, когда я в своей четырехкомнатной двухуровневой квартире сердечной, потому что человек я очень интеллектуальный, одаренный, естественно, квартира у меня внутри большая. Вот где я там Христу где-то к предбанничке там место освободил, я этого не помню. Но когда-то это произошло, но я это уже просто... То есть я осознал, что чуть-чуть, но Христос в моем сердце что-то есть, он там появился. Вот. Это было уже, наверное, как бы спустя какое-то время. Так что еще раз говорю, с большим удивлением и даже иногда недоверием слушаю людей, которые точно знают этот момент. Ну, недоверие, наверное, от моих грехов. Вот, надо мыслить в лучшую сторону. Но у меня просто такого никогда не было. Угу. Просто есть разные варианты, потому что одно дело, когда человек, например, растет в православной среде, да, там, родители с детства в церкви, другое дело, когда человек там вырос в семье атеиста, да, и что-то там в его момент, что-то случилось такое, что он как-то начал задумываться, и этот момент, он чаще всего очень так врезается в память, да, отец священник. Не было ли давления того, что, ну вот я священник, сынок, значит, тебе обязательно, вот без вариантов надо поступать в семинарию? Здесь, знаете как, у нас, конечно, не было такого, что отец говорил, ты обязательно должен быть священником, но думаю, что абсолютно все родители в той или иной степени давят на детей. Просто давление, это не означает, что что-то плохое. Давить можно сверху вниз, давить можно сзади, чтобы двигался вперед. Вот. То, что, ведь когда мы подталкиваем человека, мы тоже как бы совершаем определенное давление. Так что вот негативного давления я не ощущал в семье. Тем более с учетом, что по характеру своему я крайне свободолюбивый, то, в принципе, возможно, и нужно было, может быть, даже где-то и больше давить, хотя это было бы тоже не очень перспективно. Но очевидно было в какой-то момент, там, в подростковом возрасте, что отец, конечно, хотел бы, чтобы мы тоже были священнослужителями. Вот. Но мы приложили в целом все старания, чтобы его разочаровать в этом. Вот. В том смысле, что именно то, как он это хотел, то, как он себе это представлял, так не произошло. По крайней мере, в моем случае, я не могу говорить за жизнь своих братьев. У меня их трое старших, я сам младший. Но в моем случае это был путь совершенно иной. По крайней мере, я вот ставлю себя на место отца, я бы не хотел бы, чтобы у моих детей был такой путь. То есть, наверное, отец и правда много молился, и скорбел, и так далее. То есть есть и гораздо более правильный подход к Богу, без всяких, может, каких-то больших скорбей, через мозги. Господь же все-таки подарил нам их. У меня так не было, но, слава Богу, что, кажется, что есть, то есть. В общем, уже хорошо. Старшие братья, есть такое выражение, что
подзатыльник – это самая быстрая передача опыта от старшего поколения к младшему. Вот у меня есть старший брат, и слава богу, мы с ним в очень теплых дружеских отношениях. Когда наша мама уходила из дома, она говорила: «Так, ребята, значит, вы должны помыть полы, там посуду, там все дела. Сделайте, пожалуйста, все». Значит, старший брат закрывал за ней дверь, поворачивался, говорил: «Ну, ты понял, что тебе надо сделать?» Да? Вот не было такого, что вот давление, чтобы вот только нет, там не было? Этого не было просто по той причине, что у нас мама с папой родили нас за 5 лет 4 пацанов. Mm-hmm. То есть вот с 77 года по 82, ну там получается за 5,5. И в этом смысле за счет того, что было очень небольшое пространство между каждым из нас, то в семье была абсолютно анархия. То есть старший, если бы сказал бы младшим, трем младшим, что вы должны это делать, мы втроем, если бы объединились бы, мы бы свергли его сразу. Поэтому чаще всего были деления там двое на двое. Вот. Но в целом была абсолютно анархия или были какие-то договоренности. Примерно такие же, как сегодня существуют в мире, то есть, которые ничего не стоят. Вот. Ну, у нас они тоже были. Все-таки мы люди цивилизованные. Так что в этом смысле это не работало. Вот. Хотя, конечно, естественно, я мог там получать что-то от старших, но как бы эволюция, выживание, да, это всегда срабатывает, поэтому я, естественно, со всей любовью к ближнему мстил в ответ. Вот. Ну, это было всегда все очень как-то по-доброму, и не могу себе представить, чтобы у нас, у братьев, была какая-то обида друг на друга. Всегда жили дружно, и сегодня же все уже взрослые. То есть вот мне 41 год, я сам младший, и все дружно живем. То есть если вдруг что-то там нужно как-то поддерживать, поддерживаем. Единственное, что мы не общаемся постоянно. Не успеваете? Нет, мне кажется, это просто то, что мы здоровые люди. Вот, когда люди вот заняты, у каждого своя как-то жизнь, то общение происходит по поводу. То есть когда вот оно необходимо. А просто так трепаться как-то... Это странно. Не до этого. Ну, хотя некоторые, я знаю, что есть люди, которые, зная то, как мы редко общаемся, они как бы даже, ну, как же так? То есть они это не понимают. Ну, пожалуйста. Вы неоднократно в интервью своей говорили, что у вас довольно-таки яркий, бунтарский был подростковый период, когда вы там пропускали школу, не ходили там на занятия, да? Отец Павел, как вот сейчас уже, проживая, да, немножко назад свою жизнь, как родители ваши, этот ваш период поиска, может быть, себя в какой-то мере, да, как они переживали? Я этого не знаю, потому что все, что ты видишь там снизу, вот, совершенно не так, как сверху. Более того, ведь в тот период, когда я, собственно говоря, веселился, познавал мир, мне было абсолютно неинтересно, что думают на этот счет родители. Потому что если мне было бы интересно, я, наверное, себя иначе бы вел. А, соответственно, когда этот период закончился, то и родители уже к этому моменту изменились. И они уже где-то успокоились, видя, что я успокоился. Поэтому я могу только фантазировать или могу что-то рассказывать, что они рассказывали, но это уже будет крыться интерпретация. Я просто понимаю, что этот период, он, во-первых, есть абсолютно у всех. И хорошо, что он у меня был в свое время. Именно в то время, когда он должен происходить, гораздо хуже, когда... человек не пришел осознанно к Богу, и, значит, в возрасте там 40 лет вдруг он начинает, значит, вот возмущаться, бунтарское такое проявление. Они, значит, у него появляются. Зачем это нужно? Но единственное, что хотел бы заметить, что то время, это все-таки конец 90-х, начало 2000-х годов, когда вот моя молодость протекала, что это, в принципе, было не самое такое обычное время. И поэтому сегодня, когда вот люди смотрят, или которые старше меня, или младше, старше, которые выросли в 80-е годы и начало, может быть, совсем 90-х, они, конечно, просто не помнят и, может быть, даже не знают то, как, в принципе, веселился вообще весь народ и вся молодежь. Это вот только-только появление интернета, это уже, значит, компьютерные игры только появляются, это еще никто не начал бороться с наркоманией, это всеобщее доступное пьянство. Вот. Это было такое вот веселое, в кавычках, время, в котором жила вся страна, взрослые занимались собой, потому что, значит, вот только-только уходит Ельцин, приходит Путин, все как-то строят свою жизнь. Взрослым тоже было как-то не до молодежи. Все это было как-то в таком на самотеке. Большинство православных христиан не знали, как воспитывать православных детей, еще не было достаточно литературы, не было опыта. Вот, все как-то вот как по минному полю шли, что-то на ощупь.
Вот кого-то получалось лучше, кого-то хуже. Так что в этом смысле, вот когда сегодня вот бывает какой-нибудь человек, кто веровал в Бога, там, в 2023 году, и он смотрит назад, думает, вот какой плохой человек. Ну, слышь, вспомни себя, что ты делал в 99 году. Как будто ты, там, не знаю, Евгения Онегина читал на Арбате. Не было такого. Ты также, скорее всего, где-то и... Если ты не хулиганил, то вокруг тебя почти все хулиганили. И тогда это не воспринималось, кстати, как хулиганство. Хочу заметить, что я не был каким-то вот, знаете, отличником вот в худшую сторону. Это просто, в принципе, все так вот у нас, кроме моего окружения, все так жили. И как бы, с одной стороны, для меня это время светлое, потому что там была и дружба, и много приятных знакомств осталось. А с другой стороны, время скорбное, потому что очень многие не выжили. Не выжили. Очень много людей умерло от наркомании, очень много людей спилось, суициды. То есть в этом смысле это время было очень непростое. В конце концов, когда сегодня ребенок в школе с кем-то подрался, и все в ужасе просто там, психолог, родители и так далее. Полиция в школу. Полиция и так далее. Мы дрались каждый день почти. Вот, это нормально. Девчонки дрались, драли друг другу волосы. Но мы были нормальны, мы не снимали это на телефон, у нас их просто не было, да. Это просто было, ну, так вот, переменка, все вышли покурить, учителя зачастую выходили покурить. Вышли, покурили там, ну, кто-то морду набил. Но все с любовью было. Все, да. Без обид. Без обид, да. То есть это как-то, даже, знаете, вот хочу заметить, что особого даже буллинга в школе не было. Вот так, чтобы травить и так далее. Все как-то очень быстро решалось на кулаках. Ну, да. Вот, но вот так, чтобы кого-то прям обижать, травить. Ну, по крайней мере, я вот, когда в школе учился, у нас такого особо не было. Даже если были какие-то ребята, там, может быть, там, слабенькие, или, может быть, там, человек, у него ментальные проблемы, там, со здоровьем, ну, как-то не трогали особо. Вот. А сейчас, может быть, за счет того, что все такие вроде в телефонах, все как бы там, и никто и руки не распускает, что хорошо, с одной стороны, да. Но, с другой стороны, очень люди стали злые на язык. Так, какие-то слова такие произносят, вот, несмотря на то, что я и сам довольно так, это бурная была молодость, но какие-то вещи мы просто не позволяли себе. Ну, как-то это считалось как-то, ну, неприлично. А сегодня люди прям могут прям очень-очень по-злому оскорблять сразу и родителей там, и страну. Ну, то есть у нас там, если ты оскорбил родителей, вот, или про своих родителей что-то такое плохое сказал, вполне можно было сразу, кажется, в бубен прилетит тебе. А сейчас это прям как-то вот, ну, как-то вот распустились парни слов. Но это единственное, хочу сказать, что это касается не только молодежи, это касается в целом вообще людей, что люди в плане на язык стали гораздо более распущены. Причем не только в России, на самом деле, это же вообще в принципе тенденция. Да, да, да. Люди себя особо не сдерживают. Особенно если посмотреть, вот я веду деятельность в интернете, посмотреть, что позволяют себе православные христиане в комментариях, православные христиане, это просто вопиющее, на самом деле, хамство и совершенно неуважительное отношение, в том числе, к духовенству. Да и духовенство зачастую очень уважительно относится к мирянам. Вот многие православные христиане считают, что имеют право рассказывать мне, в общем, там, что мне нужно там, как жить духовной жизнью и так далее, что, в принципе, является невероятным хамством. Не по той причине, что они это священнику говорят или мне говорят, а просто, в принципе, когда ты, не зная человека, начинаешь ему там указывать или все остальное, это, в принципе, неприлично. То есть это и меня касается. Если бы я, например, зашел бы на страничку к отцу Павлу замечательному и стал бы ему, знаешь, публично, его не зная, да и даже если бы знал, стал бы что такое говорить, это было бы хамство, совершенно недопустимо. Так что в этом смысле, конечно, подраспустились все очень так жестко. Но этого добра сейчас, к сожалению, добра в кавычках, да, этого сейчас много. И раз уж мы на эту тему начали разговаривать, откуда взялось? С появлением интернета? С появлением того, что за словами нет ответственности? Как... Я думаю, что это связано с многими факторами. Только так вот, если навскидку, можно сказать, что самый очевидный – это такое падение, если так можно сказать, качества духовной жизни. Православные христиане гораздо меньше читают Слово Божие, вот, меньше молятся, меньше постятся, ну, расслабились, церковленные, многие расслабились. Это один момент. Второй момент, собственно, связан с первым, это то, что люди не понимают, что вот это тупление в социальных сетях, в интернете, это на самом деле смертный грех. То есть ты огромное количество времени тратишь совершенно впустую, от чего у тебя как раз не хватает времени, чтобы и помолиться, и почитать Писание. И, с одной стороны, ты работаешь, ты говоришь, мне не хватает времени.
Ну, все понимаем, что тебя там ты 2-3 часа в день проводишь. То есть 2-3 часа в день. Это просто представляет, сколько это времени. Это второй момент. Третий момент, то, что он, наверное, самый такой глубокий, и его нужно как-то отдельно рассматривать, то, что есть такие понятия, как честь и достоинство, которые, если во времена Российской империи были, и они как бы, ну, были необсуждаемы, то есть люди за свою честь, там, извините, нас пристрелялись на дуэли, то есть честь смывалась или очищалась только кровью, да, и вот эти выражения «веди себя достойно», ты должен достойным быть там, мужчиной, там, женщина должна быть достойной. То есть это было как-то просто в крови, внутри, это не нужно было никому объяснять. То есть, например, понятие верности в принципе не может обсуждаться. То есть если человек начинает обсуждать верность, это по умолчанию предполагается, что он уже неверный, потому что верность на то и верность, что ее даже обсуждать нельзя. И, наверное, по инерции в Советском Союзе, по крайней мере, в первые там, десятилетия Советского Союза, по инерции от империи честь и достоинство просто сохранялись. Это не заслуга Советского Союза, это именно заслуга Российской империи, вот это так, характер общества нашего. Но сейчас мы переживаем в полной мере отсутствие этих таких наиважнейших качеств человека, то есть понятие чести, достоинства, их просто нету вообще нигде. То есть их нет ни в информационном поле. Зачастую об этом в плане, когда вот мы говорим про воспитание, об этом тоже никто не говорит. Это касается взрослых людей, это вследствие того, что взрослые даже не понимают, что такое честь и достоинство, касается молодежи. Вот. Ну, я так для примера, чтобы понять. Например, если женщина замужняя слышит в свой адрес какой-то такой не очень понятный комплимент на уровне флирта, со стороны человека, который точно знает, что она замужняя, то женщина, которая понимает, что такое честь и достоинство, она должна понять, что ее только что очень грубо оскорбили. Оскорбили. То есть я замужняя женщина, он со мной флиртует, знает, что я замужем, он меня оскорбляет. Это нормальная, естественная реакция, то есть в ответ летит стакан, рука, нога, там, помои, то есть, ну, как бы, и еще при этом говорит, я передам это мужу, да, ну, стреляться сегодня, конечно, на дуэль никто не будет, но муж, естественно, во-первых, узнав об этой реакции жены, он порадуется, его жена честная, она достойная женщина, ну, и, соответственно, этому хаму, который обесчестил, попытался обесчестить жену, он, естественно, будет заступаться за жену. То же самое касается мужчины. То есть мужчина, если он достойный человек, то, безусловно, он просто вот так вот взять и прикоснуться к женщине, или уж тем более даже как-то косвенно намекнуть ей на какие-то отношения интимные, ну, то есть это настолько недостойно, что просто, ну, как бы, вот в 19 веке просто представить себе невозможно было бы, чтобы достойный человек, и это не обязательно, что дворянин, это и крестьянин такой же был, чтобы он такое сделал. А если такое делалось, то, ну как, например, узнали, что это там девчонку насиновали, что там потрогал и так далее. Ну, соответственно, приходил ее отец, брат, дед, да, и что, ты или сейчас женишься, или мы тебя убьем прямо здесь вилами. А сейчас этого просто нету. Более того, сейчас наоборот культивируется. Но здесь важно, тут даже не то, что наоборот, этого просто нету, вот от слова совсем. И самое интересное, что этого нету у православных. То есть, кажется, апостол Павел говорит, что христиан, что призывает, поступайте достойно того звания, которое вы призваны. Угу. А вы спросите у православного христианина, что такое поступать достойно звания. Во-первых, они не понимают зачастую, что такое звание, а уж тем более, как поступать достойно, да? И в этом смысле, конечно, ну, и вопрос чести, даже простого честного слова, ну, уж простите за грубость, как в наши 90-е годы говорили, за базар отвечаешь, звучит грубо. И, может быть, как-то можно найти более культурное выражение, но по большому счету суть проста. Готов ли ты отвечать за свои слова? То есть то, что ты сейчас написал в комментарии или за спиной человека сказал, готов ли ты буквально вот слово в слово повторить это, когда он будет рядом с тобой вот стоять? Если ты не можешь, значит, ты нечестный человек. А раз ты это сейчас сказал при мне, значит, ты это скажешь еще и против меня. И за спиной. Поэтому закрой свой рот, уходи, я с тобой больше разговаривать не буду. Это честный человек. Он не будет сообщаться со сплетником, потому что сплетни – это просто для христианина просто беда страшная. Вот. Но посмотрите, сплетничают на приходе, люди делятся на какие-то там группы, там,
Понятно, что это не только современная проблема, раз мы в Писании об этой проблеме читаем, это и в 20 веков назад было. Но тогда это озвучивалось апостолами, что это проблема, да, и что нужно от этого как-то удаляться. А сегодня это не озвучивается. Не озвучивается, и зачастую всякие какие-то сплетни, рассуждения идут. Вот, про начальство, начальство про мирян, так говорит. То есть, там какое-нибудь заседание Священного Синода прошло, и начинаются какие-то политические терки, кого куда поставили и так далее. Хотя, ну, как бы мы христиане, вообще при чем здесь это? Как будто Христос рядом не стоит и не слушает всего этого. Осуждают там патриарха, осуждают епископов и так далее. Некоторые, бывает, духовенство позволяет себе очень, ну, так скажем, про мирян высказываться как-то вот не очень хорошо. Ну, так ты встань рядом с мирянами, повтори все, что ты сейчас сказал. Как у нас говорит молодежь, не забывайте, отец Павел, кто кости в будку бросает. Намек на то, что абсолютно все духовенство живет за счет пожертвований народа. Да? Да. То есть мы служим, да, это мы охраняем. А, кстати, если взять епископа, то епископ – это блюститель. Да, да. То есть тот, кто охраняет, да? Вот. Ну, конечно, сравнение, может быть, собака будет не очень красивое и совершенно недопустимое, да? Но он охранитель. То есть он охраняет церковь от ереси, от всякого неблагочестия и так далее. А священник на приходе уже, как помощник епископ, продолжает это дело. И хотя бы об этом, чтобы как-то говорить, сами знаете, там, какая атмосфера бывает на приходах. Люди очень прям правда чувствуют, да, где-то добрая атмосфера, дружелюбная, тебя с радостью встречают, а где-то атмосфера совершенно обратная и пугает просто людей. Начали говорить о проблемах современной церковной жизни, и это, ну, скажем так, тематика проблем, она всегда ярче привлекает, как и любой, наверное, какой-то негатив. К сожалению, там новости негативные разлетаются многомиллионным тиражом, да, а позитивные, там какие-то хорошие, добрые, практически никому не интересны. Это, ну, наша падшесть, да, какое-то вот стремление к какому-то негативу. Но одна из проблем, которая, знаете, из поколения в поколение идет, говорит, вот молодежь пошла не та. Мне, как руководителю молодежного отдела, да, нашей епархии, всегда очень интересно мнение, и ваше в том числе. Какие вы видите проблемы у современной молодежи? Вот с той, которая вам попадается в поле зрения. Ну, отец Павел, ты сказал, что люди любят негативные новости, и при этом взял тему, которая как раз, наоборот, самая позитивная. Да. Вот если говорить про негативные, то тогда нужно было говорить, какие проблемы у нашего поколения. Ну, сколько тебе лет? 37. 37, то есть наше поколение, да. Вот тут, да, проблемы. Или возьмем поколение чуть старше, там тоже очень много проблем. Давай сначала про негатив, а потом, чтобы закончить на позитивной ноте. Негатив – это то, что люди занимаются колдовством, да, у нас распространено это натальные карты, эзотерика, битвы экстрасенсов, да, и все остальное. То есть люди колдуют, люди воруют, люди ведут совершенно нецерковную жизнь, и это реально проблема, это очень плохо. И самое главное, что вообще ничего не меняется. Да, это показывают опросы в ЦИОМ, что вот эти поколения, наши с тобой и старше, они не меняются. Более того, уходят из церкви еще люди. А вот как раз позитивно то, что как раз поколение молодое, которое идет, вот это уже не наше, которое вот ребята там до 25 лет, то опрос в ЦИОМ наоборот показывает, что именно вот в этой группе людей... Я, честно говоря, не помню цифру, там было или 7%, или 12%, точно просто не помню, что там на 7 или 12, ну, возьмем минимальное, на 7% увеличилось количество осознанно верующих людей, на 7%. То есть в этом смысле, если смотреть даже на людей, которые вот на приходе новоначальные, то именно молодежь как раз приходит к Богу, зачастую ведет неформальную духовную жизнь, которая всеми силами старается создавать добрую атмосферу, которым как раз очень не хочется сплетничать. Да? И в этом смысле вот она надежда как раз. И вот он оптимизм. И в этом смысле тут уж, мне кажется, надо просто исповедовать этот важнейший принцип «не навреди». Главное тут нам не испортить, не спугнуть вот этих всех молодых ребят, которые к нам приходят. То, что это не, так скажем, не стало массовым, да, то, что этих ребят, может быть, не так уж и много, ну, как бы, извините, как в одной рекламе говорит, нет, сынок, это фантастика, ну, потому что это не может быть массовым, да, то есть понятно, что постепенно набирается вот это критическое меньшинство, критическое в том смысле, что появляется какой-то определенный процент, который в итоге сможет влиять на всех остальных, но он появляется. Здесь нужно просто продолжать работать, и думаю, что в первую очередь, это заслуга
того, что с самого верха нашей церкви, в первую очередь от патриарха Кирилла, дан был зеленый свет однажды на ведение активной проповеди в интернете. Потому что до того, как святейший патриарх Кирилл этот зеленый свет не включил, а я помню, я к этому моменту уже вел деятельность в интернете, мы постоянно сталкивались, вообще, кто эту деятельность вел, поэтому говорю, мы, с противодействием со стороны высшего духовенства, просто духовенства. Ты даже не представляешь, отец Павел, сколько я в своей жизни услышал оскорблений в свой адрес со стороны духовенства именно за счет того, что я веду деятельность в интернете. Понятно, что это все делалось не со зла, но оскорбление – слово «скорбь». Угу. То есть ты пытаешься что-то делать по совести, а тебя при встрече почти все… Знаешь, так, ну, знаешь, кому батюшка онлайн, там, ну, такой, ну, поп-блогер. И это все такое, ну, типа, по типу, что ты дурью маешься, ничем другим. А потом однажды, это было достаточно давно, патриарх Кирилл встретился, тогда такая есть женщина, очень ее уважаю и люблю, Надежда Земского из Ульяновской епархии, которая создала, собственно, Симбирскую онлайн, да. Создала батюшку онлайн, и с ней встретился патриарх, а потом поддержал этот проект на собрании города Москвы. И тут все сразу переобулись. Угу. Сменили постные ризы на пасхальные. И все такие, да, это очень важно. Хотя оскорбления все равно оставались, но, в принципе, как-то переобулись. Вот. И после этого, конечно, патриарх поддерживал. Стали некоторые архиереи поддерживать. Это было, конечно, очень хорошо. И думаю, что вот за вот эти последние вот трудов, ну, скоро будет 20 лет, наверное, этим трудам. Вот. Ну, сейчас 2023 год. Ну, да, с 2003 года, я помню, уже так активно стал это все делать. Я думаю, что вот это не только мои труды, сколько еще просто священников также трудится, сколько мирян еще тоже трудится. Все это вместе привело к тому, что вот как раз та аудитория, к которой мы обращались, вот там появилось гораздо больше осознанно верующих людей. А вот та аудитория, которая как раз не находится в интернете и вот с нашей деятельностью не ознакомлена, там ничего и не меняется. Собственно, как люди верили во всякое непонятное, так они продолжают верить. Это печально, это как раз, может быть, вопрос не ко мне, я не знаю, как с этим, что делать. Ну, это не моя аудитория. Все равно, в основном, я, конечно, обращаюсь к неверующим людям и, в первую очередь, к молодежи. К сожалению, время нашей передачи подходит неумолимо, заканчивается, к сожалению. Спасибо вам большое, отец Павел, за интересную беседу. Благодарим всех вас, дорогие братья и сестры, за внимание и до новых встреч. Передача заканчивается, а жизнь продолжается.